Всем добрый день! Тема сегодняшнего расклада будет «Что вам хотят сказать высшие силы?» То есть совет от высших сил. У нас, как обычно, будет три варианта. Тайм-код будет в описании внизу, поэтому можно туда зайти посмотреть. Итак, первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Выбирайте не торопясь, интуитивно, но в то же время тоже долго не думайте. То есть вот куда у вас душа легла, тот вариант и выбирайте. Итак, для тех, кто задумал первый вариант. Здесь высшие силы советуют вам остановиться, понять, что есть моменты, когда человек ни о чем не думает, не размышляет, ничего не оценивает. Но эти моменты бывают не так часто в нашей жизни. И вам советуют больше времени выделять для своих каких-то желаний, для любимых занятий. То есть находите любимые занятия, выделяйте для этого время, любите себя, и хорошего станет больше. Так, для тех, кто выбрал второй вариант, что вам советует высшая сила? Высшая сила советует не принимать вслепую чей-то авторитет, может быть, какую-то полученную информацию, то есть все фильтровать. И вам советуют все проверять, проверять путем получения знаний, получения информации. И только так вы сможете лучше понять саму ситуацию, факты, для того, чтобы правильно принять решение. Это был совет от высших сил для второго варианта. Ну и для тех, кто загадал третий вариант, давайте посмотрим, что вам советуют высшие силы. Итак, высшие силы говорят вам о том, что они с вами. Они советуют вам убрать свой страх, потому что он не обоснован. И ваша вот эта неуверенность, она лишь усиливает ваше беспокойство. Ангел-хранитель с вами, вы его просто не замечаете. И также они говорят о том, что позвольте ангелу-хранителю вашему защитить вас, как вот эту птицу, которая у него находится в руках. Ну вот на этом все. Вот такие у нас получились советы от высших сил. На сегодня все. Всем пока-пока.